Я, наверное, не смотрел меня так. Я, наверное, все это выдумал. Знаю, словечко цепляется за словечко, а что внутри, не знаю. Скажи мне, я поверю. А впрочем, я знаю, что есть что-то, о чем нельзя говорить. А если вернуться к контексту? Что мне контекст? Если бы знать, что и куда идет, и куда убегают звезды, я бы держался смешного пути астральных случайностей. А и эта затмившая солнце звезда очень странно восходит и заходит. А и что мне не понявшему себя, как понять, куда уходит приглянувшийся собеседник и снова повторять себя?